Власти Польши примут симметричные меры в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы. Об этом говорится в заявлении польского МИДа. Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста после подписания польским президентом соответствующих поправок в законодательство. Сегодня Польша утвердила, и это уже не в первый раз, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил поверенному в делах посольства Израиля в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для проведения бессрочных консультаций. Сегодня Польша стала антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Мир не должен молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, молчать не будут. Ранее Анджей Дуда подписал спорный закон, затрагивающий в том числе тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов. Теперь административное решение о праве собственности на имущество не может быть оспорено по истечении 30 лет с момента его вынесения. Документ вызвал недовольство в Израиле и США, где считают, что он лишает евреев права вернуть свое имущество, потерянное во время Холокоста.